Явным доказательством того, что Федор Емельяненко настоящая легенда ММА, является то, что на его прощальный бой пришли с ним попрощаться не только фанаты, но и его бывшие соперники, с которыми он дрался, некоторые из которых были даже чемпионами UFC. Рассмотрим реакцию Хабиба и Ислама Махачева на последний бой Федора. Также мир как рока обратился к Федору. Хочу обратить ваше внимание, что несмотря на то, что Федор проиграл, весь хайп крутится именно вокруг него, словно он победил. Ну, Бейдер выиграл и выиграл, про него походу уже все позабыли. Всем интересен только Федор. А я же тебя приветствую, ММАшный брат тут. И сегодняшней ночью я вообще не спал. Вел для вас прямой эфир. Кто был в нашем телеграме, тот все знает, я уже сделал обзор на бой. И сейчас это уже второе видео за день. Видишь, как стараюсь для тебя, брат, сижу, озвучиваю, уже вырубаюсь, а мне еще смонтировать надо этот ролик, точнее я его уже смонтировал, раз ты уже смотришь. Короче, что хочу сказать-то, я буду рад твоему лайку. Приятного тебе просмотра, поехали. С утра турниры ММА, а вечером футбик с братвой. Тоттенхэм против Манчестера Сити. Залетай по ссылке в закрепленном комментарии. Укажи при регистрации промокод брат ММА. Ставь на свою команду и получи бонусами до 25 тысяч рублей на первый депозит. Успей до начала матча. После боя Федор заявил, что он счастлив завершить карьеру. Но несмотря на это, он будет тренировать бойцов, ведь это является частью его жизни. В момент, когда все легенды пришли тебя проводить, они проявили к тебе уважение. Ты был очень рад их появлению. Насколько для тебя важно, что они сегодня пришли в октагон? Знаете, я очень рад, конечно, был всех видеть бойцов, всех легенд. Со многими я из них выступал, многих по некоторым даже учился. Для меня большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать. После боя ты оставил свои перчатки в октагоне. Что думаешь о принятии такого решения? Я себя чувствую замечательно. I feel great. Ты провел легендарную карьеру. Есть ли что-то в прошлом твоей карьеры, что ты хотел бы изменить? Подумаю, мог побить Райана Бейдера, но не сделал этого. The only thing I could have beat Ryan Bader, but it didn't happen. И мой последний вопрос. Как много внимания ты теперь будешь уделять миру ММА? Ты будешь тренировать бойцов? Будешь посвящать этому много времени или постараешься отдалиться от мира боев? Нет, ну конечно, это мое главное дело моей жизни. Моя семья и моя команда. Бывший соперник Федора тоже легендарный боец. Мир как рока поддержал его. Для меня он величайший, самый совершенный боец ММА всех времен. Было честью и привилегией разделить с ним ринг. И много раз делить раздевалку на арене Сайтама. Для меня и многих других ты навсегда останешься иконой единоборств и величайшим. Удачи, Федор. Ислам Махачев написал: легендарная мафия, самые опасные люди за последние 15 лет, говорит Ислам, намекая на всех бойцов, которые пришли попрощаться с Федором. Хабиб Нурмагомедов не раз и не два и не три смотрел за боями Федора и Емельяненко, поддерживал и топил за него. Помню, давно Но еще в одном из интервью Хабиб рассказывал, что даже брал пример с Федора как с бойца. Да, они дружат. И поэтому Хабиб, ну никак не мог промолчать, когда Федор Емельяненко завершил карьеру и провел прощальный бой. Федор легенда, твоя карьера была великолепной, говорит Хабиб. Одна легенда признает другую легенду. Красавчики, чисто красавчики, чисто наша гордость. А у тебя, брат, какая реакция была на прощальный бой Федора? Расскажи в комментариях, я пока что еще спать не иду. Почитаю комментарии, я их и так всегда читаю. Почитаю, мне будет интересно. Короче, брат, жду тебя в комментариях, давай.